те места, где эти штуки упали, да? Приземлились, так сказать. Воронки. Тоже как-то. Как-то никак. Телега есть, которую можно подвинуть. Так может ее можно и туда подвинуть? Или нет? Нет. А тут ничего нет? Нет. Что-то там. А, наверх это надо еще можно вернуться туда. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, так, ты, наверное, кот. Сиди здесь, да? И, мамуй. А иначе как? А иначе камень уйдет. Я пока пойду посмотрю, что у нас слева. Теперь надо, чтобы она опустилась, да? Я так понимаю. Ну да. Олай. Ну-ка, пойдем. Эта штука за тобой пойдет сюда? А, она не идет. Тогда назад. Има. А теперь она, чтобы опять поднялась. Понятно. Хорошо. Котик, иди сюда. Олай. Има. Сиди. Недолет. Еще надо, да? Олай. Кс-кс-кс.
здесь же ничего нет, правильно? Это просто декорация. Ты отзываешься? Ты тоже отзываешься на кс-кс-кс? Так, а здесь надо тебе объяснить, видимо, что-то, да? Помоги. Так. Ужасные звуки. Спасибо за это, спасибо. Ауч. Так. Подожди. Ау, нет, он сейчас съест кота. Он съел кота. Хорошо. Отойди. Веревку было бы, но...
Упс. Не. Надо, наверное, его убить этими бревнами. Я так думаю, да? Отсюда. А, ну хорошо. Фух. Звуки страшные прекратились. Значит, все хорошо. Только сюда я никак не попаду, там ничего нет. Это печально. Олай. Так, а сколько у нас осталось? Полчаса, да? Ой, тут темно. Привет, Седой Ёж. Ну, что будем делать, киса? А я что, должен прыгать? А, ну да. Ну да. Она может слезть. Упс. А, так задумано. Блин. Ну хорошо. Доказываю, не нормально. Все правильно, все так и должно быть. О! Кот, ты можешь освещать подземелье? Ну иди сюда. Ну-ка, постой здесь. Ну ему-то свет не нужен. Ой. По-моему, я что-то поторопился. Так, ну ты сиди здесь. Има. Ладно. Има. Ага. Так, о, следующая лампочка. Свистом. Ну где он там? Он сидит. Има. Мусика, вот тебе и мусика. Тык-тык-тык-тык. Има. Сиди тут. Так, ну
сюда, да. Сюда я не пролезу, конечно. Теперь тебе надо объяснить, чтобы ты вот туда пошел, да? Помоги. Опа, а, тут оказывается веревка, и камень пополз. Опять. Оп. Ну, куда-то вышли. Ты где там? Молодец, Мусика. Ой, хорошо, что я вниз не спустился. Ну и что? Давай. О, свет. Может, свет паука убьет? Чуть не похоже. Надо сагрить через эту. Ну иди сюда. А, все, я понял. Надо его сесть чуть-чуть. Сейчас. Оп. Это можно было на расстоянии сделать, да, конечно. Не надо было бежать. Где там этот паукан? А теперь киса зажжет свет, и он туда уже не пройдет, правильно? А, не нравится. Кто-то. А кота надо выпустить теперь. Пойдем, не отставай. Да и там свет впереди. Будет уже что-то такое металлическое совсем. Надо как-то наверх, да? И что? Ой. А как ты это сделал, а? Ты как это сделал? Написано.
гаснет постепенно. Наверное, надо кота сюда призвать. Кот не активирует эти штуки. Только я? Активирует. Иди сюда. Подожди здесь, чтобы я хоть видел, куда я иду. А, хотя тут... Ой. Угу. Хорошо. Теперь давай сюда. Иди. Сюда никуда не пройду. Темно, ни шиша не видать. О, видать. Мой. Ну, где тут это? Вот, ты не можешь подойти сюда? Не? Иди сюда. Наступи. Стой. Чтобы он стоял. Может, просто надо пробегать через эти? Они же дают достаточно света на время, да? Оу. Может, там надо было еще запрыгнуть, не? Вроде не видно. Побежали дальше. Куда-нибудь да прибежим. О, сейчас будет. Сейчас начнется. Я хочу посмотреть, что тут. Тут явно что-то ценное есть. Раз можно залезть. Ну как ценное? Очередная штука. Что-то он здесь осветил, да, или как это, или активировал. Подожди, кот, иди сюда. Ты все-таки стой здесь. И мамуй. Стой здесь. Что произошло-то из-за того, что он там стоит? А, вон там наверху что-то светится. Ну, ладно. Пусть светится пока. Так, что у нас? 2-2. Ну там типа какой-то... Так, 4. Четыре эти штуки, а подсказка одна. А почему так? Я хочу, чтобы было 4 подсказки. Или все их надо сделать одинаковыми? Или как это работает?
теперь одинаковая, только ничего не работает все равно. Дверь. Ну вот ее надо открыть. Это понятно. А телега зачем? Для чего-то же она нужна. А-а-а, вот вторая, да? Подсказка. Все неправильно, конечно. Значит, вот это с рамкой наверху стоит правильно. Има. Чего? А вот это вот так. Теперь бы узнать, как еще остальные. Где-то кто-то видит подсказки? Две я видел, вроде бы сделал, да? Но остальные что? Может, там было быть? Там? Что-то я не вижу. А, вижу. Значит, с двумя рогами надо. Один, чтобы было. Хорошо. А, органа, ну, что-то сейчас. Сейчас посмотрим, что это. Кто его знает. Вот это. Надо еще сдвинуть, да, сюда. Нет. Вот так. А и вот это я, по-моему, неправильно поставил верхнюю самую. Или правильно? А, раз, два, три, правильно. Ну, в общем, третью-то можно методом перебора, да? Наверное. Или как? Ну вот начинается, это называется. Недолго я бегал. Там какие-то... Стоп, может, надо на этой веревке повисеть? Может, на ней повисеть надо? Подождите-ка. Там же какие-то блоки. Или как? Ну-ка, давай. А то я сразу спрыгиваю. И что?
он же не закроется. Где этот код? А? Тык-дым, тык-дым. А это что такое за конструкция? Действительно. Что-то невразумительное. Найдено, написано достижение. Найден амулет. Это еще такое. Кьяло. Кьяло уй. О. И что? И что это должно? И что это было? Кьяло, кьяло. Амулет. А она в кармашек спрятала, в маленький там такой, на поясе у нее. Это крошечный шарик-то. Его и не видно практически. А что он делает-то? Хорошо. Эта кота куда-то... все, наверное. Я могу теперь котом управлять. Я могу теперь двигать как-то еще плавно. Пойдем со мной. Олай! С помощью этого амулета. Сюда я не залезу. Помоги, муй! И что? Ну, туда что ли надо? Ой, какая-то штука страшная. Я пойду сюда, пока посмотрю, что здесь. И там штука страшная. Две страшные штуки. А, может, они не страшные? А, они не страшные. Но у него вот глаз горит, поэтому... Я могу ее соединить. Но это мне... Непонятно, что дает. А, наоборот надо. Она своей шубой закрыла свет. Во! Хорошо. Има. Олай, муи. И тогда загорается здесь глаз. А, вот оно что. Кьяло. А теперь мы эту штуку можем подвинуть, да? С тобой. Ой, там какая. И что, я смогу залезть? Да. Олай. А. Рановато, да? Хорошо. Идем назад. Кьяло уй. Има. Има. Кьяло. Надо двигать сюда.
сюда. Има. Ой, куда-то я упал. Чуть-чуть не упал. Все. Кошка, пойдем. Пойдем, кот. Муи. Мы здесь остановились и где? Гладь котика. Сразу полегчает. О. Так, а здесь что? Ничего нету? Серьезно? Что-то здесь. Ну-ка, котик, иди сюда. Иди сюда. Има. Сиди здесь. Привет, привет, Липун. Здрасте всем. Что я тут запрыгну, да? Ну, посмотрим сейчас. Доброе утро, Дэн. А кот? Олай муй. Или он как этот, в жопе ракета у него. Так. Там какие-то блоки. А, это штука Эта штука поднимается. Видите? А что там выше? Котик, иди сюда. А, ты что, не можешь залезть наверх сюда, да? Серьезно?
помоги. Не может? Кошмар какой. А как же я буду без кота? А туда? А там ничего нет, а там тупик. А где этот кот дурной? А чё ты тут сидишь? А чё ты не можешь сюда перейти? Олай. Странный какой-то кот. А, ну да, туда он, видимо, допрыгнуть не может. Кота, наверное, надо так и поднять просто, да? Олай. Всего-то навсего. И, мамуй. Сиди здесь. О. Так он может, ну и хорошо. И молодец. Помоги! Хелло! А здесь? Да, тут ничего нет. Хорошо. Пойдем, кот, ты что там застрял? Опять что-то страшное происходит. Thank you.
повлекли, да? Ау. Да что ж ты? Да, понятно, надо быстрее прыгать, надо быстрее. Кота сожрет моего, нет? А, нет. Ушел, хорошо. Привет, глазки. Сюда нельзя. Где тут ничего нету, да? Доброе утро, странник. Ты проснулся? Что там такое, кошка?